Все началось с ФРК, первого поколения лазерных методов коррекции, в котором кривизна роговицы меняется с помощью эксимерного лазера. ФРК часто рассматривают как экономичный метод. Несмотря на длительный восстановительный период и дискомфорт пациента, этот метод широко применяется и сегодня. СМАЙЛ – третье поколение методов, основан на удалении оптической линзы через небольшой разрез на роговице. Процедура проводится только на фемтосекундном лазере и сочетает преимущества обоих методов – ФРК и LASIK. СМАЙЛ является мини-инвазивной процедурой, без формирования роговичного лоскута. Никогда ранее лазерная коррекция зрения не была столь совершенной и щадящей воздействия на глаз, чем сегодня.